если банально даже встать на мост Голицынский, можно заметить то, что стоит неаккуратно построенное общежитие. Причем непонятно, откуда оно построено. И, насколько известно, писалось очень много жалоб от местных жителей, которые живут вблизи станции. Вот. Насчет того, то, что это совершенно незаконная постройка. Здание общежития на привокзальной площади Голицына портит вид города. Да и жители стараются его обходить стороной. Эту проблему горожане подняли на встрече с членом Центрального штаба ОНФ Денисом Майдановым. Общежитие, которое находится на Центральной площади. Жители очень недовольны. На привокзальной площади, имею в виду. Жители очень недовольны, потому что это место уже там, по словам, практически рассадник. Это строение Денис Васильевич пообещал осмотреть лично, сразу после встречи. Здание, выделенное под музей, еще один спорный вопрос, с которым обратились краеведы. По их словам, к его открытию все было готово, но помещение незаконно сдали в аренду. Здание, которое действительно ремонтировалось много лет, и было выделено очень много бюджетных средств, для того, чтобы там был создан музей. У нас была уже и программа, у нас создана коллекция, есть в музее уже готовые экспонаты, которые должны были просто переехать. Мы просто ждали завершения ремонта. Пока экспонаты находятся в Пушкинском музее, но это временное решение проблемы, устранить которую необходимо в кратчайшие сроки, считает Майданов. Много делалось для того, чтобы здесь был создан музей, но вот в пандемическое время что-то произошло со зданием, почему-то оно сдано в аренду, и то, что готовилось под музей, поменяла свое назначение, с этим тоже нужно разбираться. И, в общем-то, жители хотят, чтобы музей в Голицыно был. Благоустройство и озеленение Голицына тоже волнует жителей. Многие вспоминают, когда-то Голицына назвали город-сад. Сейчас лесопарковые зоны оставляют желать лучшего. Там, где жители гуляли, и это перестало быть прогулочной зоной, потому что сложно пройти уже, там нуждается и в уборке мусора, и очень много ездит по этим природным зонам на квадроциклах, разбили дороги. И, в общем, там, где раньше люди спокойно гуляли, сейчас уже осуществлять это сложно, нужно посмотреть. С каждым обращением предстоит серьезная работа. Трудности только закаляют, подчеркивает Денис Майданов. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».